В усиленном режиме сегодня работают и коммунальные службы Алматы. Снег в городе шел почти сутки. По данным синоптиков, выпало больше 20 сантиметров осадков, а это около 20% месячной нормы. Дороги превратились в полосу препятствий. Непогода стала причиной больше 40 аварий, есть пострадавшие. Алтын Миндыбаева расскажет о снежном коллапсе в крупнейшем городе страны. Снег в Алматы не прекращается со вчерашнего вечера. И сейчас все силы брошены на уборку улиц и тротуаров. В городе трудится свыше 1000 рабочих. К уборке привлекли 325 единиц техники. Только за утро с магистральных улиц вывезли больше 600 кубометров снега. Коммунальщики сегодня использовали порядка 5000 тонн противогололедного материала. Но, несмотря на работу в усиленном режиме, аварий на дорогах избежать все равно не удалось. Полицейские призывают водителей быть максимально осторожными. За время непогоды в городе произошло уже больше 40 аварий. Утром было затруднено и движение общественного транспорта. С 8 часов вечера 11 декабря до 6 часов утра 12 декабря произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. 4 из них с пострадавшими. С летальным исходом дорожно-транспортное происшествие не произошло. Необходимое количество экипажей, патрульных экипажей для сопровождения снегоуборочной техники выделены. Работа будет продолжаться. В Алматы сегодня выпало больше 20 сантиметров снега. Город тут же встал в пробках. Справиться с разгулом стихии коммунальщикам достаточно сложно. Очистка дорог планируется и ночью. Главным образом задействованы коммунальные дорожные машины. Это машины, осуществляющие посыпку противогололедного материала и прометание проезжих частей. Также тротуароуборочные машины. Насколько город готов к снегу? Город погряз в пробках. Уже больше 30 ДТП произошло. Ну, давайте так, что да, безусловно, нагрузка на трафик движения, она от осадков всегда бывает. Это наблюдается даже и в летний период, когда дождь идет. Имеется чисто человеческий фактор. Сейчас в регион идет холодный воздух из Сибири. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Алматы ожидаются сильные морозы. Столбики термометров опустятся до минус 27 градусов. Данный снегопад не является аномальным по причине того, что норма осадка в городе Алматы в декабре месяце составляет 44 мм. На данный момент выпало всего лишь 18 мм. Высота снежного покрова варьировалась от снизу к верху от 14 до 26 сантиметров. Высота снежного покрова в городе Алматы была немножко выше климатической нормы. В дальнейшем, примерно с 15 декабря, мороз начнет ослабевать, и в конце недели температура ночью будет около 13-18. Из-за резкого похолодания завтра в школах отменены занятия. Дома останутся учащиеся с нулевого по 9 класс. Их перевели на дистанционный формат обучения. Также спасатели просят горожан следить за сообщениями экстренных служб и не ставить машины под деревьями и линиями электропередачи. Алтын Миндыбаева, Алмас Абдежев, Сергей Ковтун и Дидар Илеу, КТК, Алматы.